Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Вторая половина июля, огурчики начали поспевать уже в массовом порядке, и подошла пора их заготавливать. Основной способ заготовки огурцов, уже как-то рассказывал об этом, это заморозка. Делается это очень просто, отбираются самые хорошие огурчики и нарезаются вот такими вот кусочками. Можно резать еще пополам, если огурчик более или менее крупный. После этого эти огурчики запаковываются в специальные пакетики, которые предназначены для заморозки продуктов. Порции делаются, ну, примерно вот такие, чтобы удобно было бы потом использовать за один раз. Делать это очень легко, но нужно иметь, конечно, морозильную камеру. Таковая имеется, и поэтому такой способ заготовки огурцов применяем уже несколько лет. Некоторые зрители канала выражали свое мнение, что такие огурцы, ну, совсем невкусные, дескать, и так далее. Что можно тут сказать? На вкус и цвет, товарищи, нет. Конечно, размороженные огурцы, они не как свежие, но они в значительной степени все-таки сохраняют и вкус, и запах свежих огурцов. Конечно, просто их кушать будет, может быть, не очень удобно и не очень вкусно, а вот в салатах, в окрошках они очень хорошо идут в дело. Например, мы зимой очень часто делаем блюда из замороженных огурцов, замороженных помидоров, замороженной зелени, кукуруза туда идет, запеченная и замороженная. Все это смешивается и получается нечто наподобие окрошки. Это очень вкусное блюдо, заправляется маслом или оливковым, или подсолнечным, и получается, на мой взгляд, очень вкусно, особенно с сухариками. Иногда использую ржаные, иногда нет, но довольно вкусно. Ну, тут дело вкуса каждого. Во всяком случае, мы замораживаем огурцов довольно много. И еще не было случая, чтобы они не были расходованы. С удовольствием их кушают гости, так что мое мнение не одиночное. Попробуйте, может быть, вам понравится. В конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.